Следующий год мы столкнулись с тем, что налоговая инспекция зачастую трактует семейный бизнес как ограбление бизнеса. Скажите, вот какие-то движения в этом направлении, какие-то меры принимаются, потому что ну, все мы понимаем, у всех есть дети, у всех есть бизнес, поэтому, соответственно, особенно индивидуальные предприниматели по этому поводу переживают. И, конечно, хотелось бы внести вот здесь ясность. Тем более мы понимаем, что наше правительство, наш президент не поддерживает развитие индивидуального предпринимательства малого и среднего бизнеса, а в данном случае налоговая инспекция как бы выступает ну, определенным центром. Спасибо. Еще вопрос.